пылесос поддерживает как влажную, так и сухую уборку. Для этого есть специальная кнопочка. Третья, она выглядит как распыление попадания воды на роликовую щетку. Сейчас как раз покажу, как это работает. Значит, я включаю. Включаюсь. И начинается подача воды. Не знаю, будет ли это видно. Но будет ли это видно, но на кафеле у нас появляется небольшое количество воды, которое вытирается тут же щеткой. Если я нажимаю на кнопку дополнительно, то режим увлажнения выключается. Таким образом можно собирать. Таким образом можно собирать разлитую воду с пола. Каждый раз при выключении пылесос включает максимальный режим. Включается макс буквально на 2-3 секунды. Я как понимаю, этим он собирает со щетки всю оставшуюся грязь в пылесос, чтобы она не капала при том моменте, когда мы будем переносить его на зарядку.